Я счастлива. Я просто очень счастлива от того, что наши дети поженятся. Все? Тебе кажется, что ты его любишь? Не кажется. Кажется. Не кажется. Кажется. Не кажется. Кажется. Мама. Родом вы откуда? Ну, вообще наша семья из Шымкента. Рунгом. Ой, я забыла. Наши родители тоже бенгуда. И как видишь, мы счастливы. Тамал-мал. А так, да, конечно, мы счастливы. А где вы работаете? А у меня свой бизнес, Апай. Апай, значит. Ай, на лайнди, Анажан. У меня рука болит. Ты чай налей, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Рахмет. Бат-пет-пет. Поверить не могу, что наша дочь выбрала себе шымкентского парня. Ладно, тарасского, актауского или хотя бы талдыкурганского. Но почему шымкентского? Худалықты үйдет күз бөшімет, наларын тіпті ой. Сон айдам. Кожаный плащ итальянский. И что за имя у нее? Райха. Это достаточно большой зал. 500 человек вмещает. 500. А он не алкогольный? Ваша дочь не умеет делать салем-салу, не умеет наливать чай. Это ваш сын нам не нужен, понятно? Ноги здесь нашей больше никогда не будет. Значит, мы теперь кудалар?